Салют, камарады! Сегодня 23 апреля, 3 часа дня. После работы решил выбраться на рыбалочку, на русло. Буду ловить на фидер и на донку. Может, что-нибудь поймаем. Так что следующее видео уже там, на месте. Вот у меня снасть типа крокодила. Она Зеленкина была. С пенингом была. Чем-то пахнет таким нехорошим. Невкусно. О. Есть первая снасть. Первая снасть есть. Вот, а потом и фидер соберем. Чего соберем? Сработало. Ну. Первый есть. Первый где-то пошел. Ну вот сейчас будем и фидер заряжать. Лесочка, плетеночка. Ля-ля-ля-ля. Монтаж уже готовый. Монтаж онлайн. Все на основной леске. Ой, какой дым-то вкусный. Сейчас мы как будем только. Иначе, да? Ну вот, теперь мы и фидер забросим, да? Забросим. Блин, тут правда деревья. Нет, лаваш тут остался. Положи в холодильник. Он зеленый уже, лаваш тут. На растопку только. Жара. Все, будем ждать поклевки, если они будут. А пока будем костер костерить. Будем жарить сосиски. Пока рыба не клюет. Правда, они почти копченые. На сухо цыц. Ты чё орёшь, мать? Рыбу всё распугал. Сидит длинная лапа, она, наверное, там по дну пешком сейчас идет. Ну, если даже упадет,
Не жалко. Пойдет. Будка? А я что, выключил? Что, я не выключил? А что она булькает? Не знаю, что-то хочет. Вот. Я просто теперь понял, почему телефон у тебя булькает. Соединяется дистанционка, он булькает. Эх, мой ужин! Вот он. Сосидж. Твой ужин в воде еще. Это вот дядя Олег. Мой товарищ. Твой дядя? С 57-летним стажем почти. Да брось ты. Ну когда мы с тобой в садике встретились? Нам было годика по 3. В садике мы встретились, я же перевелся фактически на последнем году. Нам уже по 6, почти по 5 было. По 5 было? Да. Ну все равно больше 50. Больше 50, да. 51. А я же. Мячит. Главное, она ест, а он сидит, смотрит, да? Да. Смотри-ка, что, блин. Причем так-то вообще-то не рекомендовано уток хлебом кормить. Ну да. Он прям как такой барин, так вокруг нее, да? Ну, красавец. Ухаживает. Что-то хочет. Ну, так. У каждого что-то там. В воде. Трется. Классно, блин. Скоро утятки будут маленькие. Да. Первый выводок. Они же два выводка делают. Красавцы. Красотища.